Наше время нас записывают почти 24 часа в сутки. С каждым годом камеры становятся все меньше и меньше. Теперь их можно легко спрятать внутри повседневных предметов, таких как лампочки, рамки для фото, будильники. Маскировать их под окружающую среду просто для того, чтобы следить за вами, когда вы меньше всего этого ожидаете. Дело в том, что на самом деле это очень распространено в отелях и общежитиях. Но если вы когда-нибудь заметите одну из этих скрытых камер в вашем собственном доме, немедленно выйдите из дома и сообщите полиции. Возможно, кто-то в вашем доме наблюдает за вами. Чё творим, бро, с возвращением на самый жесткий канал? И банда, прошлой ночью в моем доме начало происходить что-то странное. В один момент он как будто ожил. Здесь сами двигались мебли, открывали и закрывались двери. Постоянно было слышно звуки ходьбы, как будто я здесь жил не один. Я очень испугался, и в ту же ночь я приехал жить в отель. Я боюсь находиться в этом доме, но, к сожалению, банда, это дом — единственное место, где я могу жить. Поэтому, хочу я этого или нет, но мне придется сегодня здесь спать. Я позвонил Насте и попросил ее приехать ко мне, чтобы она мне помогла разобраться, что не так с моим домом. И пока она едет, банда, давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков, если вы хотите видеть еще больше видео от меня. Ведь это уже третье видео в этом году. Идем на рекорд. О, а вот и Настя, банда, погнали! А вот и Настя. Быстрее, Настя, сюда. Привет, Настя. Привет, дом снаружи очень красивый. Ты говоришь, что здесь живут призраки? Как по мне, дом великолепен. Просто ты здесь первый раз, он очень страшный. Страшный? Сколько здесь вообще метров? 350, если быть точным. О, у тебя стоят датчики движения. Если бы здесь кто-то проходил, ты бы это слышал. Я думаю, просто дом старый и трещит. Или же сквозняк. О, он такой огромный. У тебя даже есть балкон внутри дома. Слушай, ты точно смотрел эти видео, которые я тебе скидывал? С этим домом явно что-то не так. Эй, здесь есть какие-нибудь духи? Никого нет. Я думаю, ты себя просто накручиваешь. Мы весело проведем время в этом доме. Да, в этом доме есть что-то пугающее, но он не выглядит таким уже и страшным. Ты действительно так испугался? Да, я реально слышал все эти звуки, видел вживую все, что было на этих видео. Просто верь мне, Настя. В этой комнате жуткая атмосфера. Но я не чувствую себя как в доме с привидениями. Когда мы шли в дом с привидениями, я чувствовала их на себе. Здесь такого нет. Просто ты только приехала сюда. Поверь мне, побудь здесь немного, и ты все почувствуешь. Эта комната страшная, но не так уже и плохо. Да, но мне здесь спать. Просто посмотри на эти стены. Они старые и страшные, да жути. Сколько лет этому дому? Не знаю, я думаю, ему где-то точно больше 100 лет. А кто жил здесь раньше? Я без понятия, Настя, только заехал сюда. Что это было? Не знаю, Настя, я тебе об этом и говорю. Ты здесь не один? Нет, один. Почему ты такой серьезный? Ты разыгрываешь меня. Нет, я серьезно не знаю, что это было. Я тебе говорю, здесь какая-то мистика. Если ты разыгрываешь меня, я сейчас же уеду. Нет, подожди, я думаю, это в этих спальнях. Я же тебе говорил, что с этим домом что-то не так. О, что это за комната? Это мой кабинет. Сразу же чувствую жуткую энергетику. Да, именно в этом кабинете я и снял, как двигалось это кресло. А что могло здесь упасть? Не знаю, я без понятия. Вроде бы ничего здесь нету. Давай посмотрим еще вторую спальню. Осталась только эта комната. Да, давай посмотрим, что там. О, сколько пленки. Что случилось в этой комнате? Здесь вроде бы вся мебель испорчена, как мне говорил риэлтор, ее должны вывести. Давай даже посмотрим на нее. О, черт, просто посмотри на это зеркало. Какое оно старое. Я думаю, с помощью этого зеркала точно можно вызвать какого-то демона. Не знаю. Что в этой комнате? Вроде бы бойлер. Здесь рядом находится ванная комната. От этой ванной комнаты идет бойлер, и он находится в этой комнате. Как мне сказал риэлтор, его вроде бы прорвало, и там все в воде, в плесени. И мебель очень сильно пострадала, поэтому она вся в пленке. Ты сам заходил туда? Нет. Я хочу посмотреть, что в этой комнате. Попробуй, но вроде бы риэлтор говорил, что она закрыта. Закрыта. Эти звуки определенно не из-за того, что дом старый. А елка здесь была? Нет, я ее поставил еще в первый день, когда только сюда заехал. Я же не знал, что здесь будет происходить полная жесть. А это что такое? Где? Вот, посредине, в коробке. Что это, я не знаю. Посмотри. Что это такое? Это камера или что?
Очень похоже. Я клянусь, я не запаковывал камеру в коробку. Я даже не хотел никому этого дарить. Что за бред? Я, конечно, расставлял камеры по дому, но я точно не всовывал ее в коробку. Кто мог вообще положить камеру в коробку? Я не знаю, скорее всего, кто-то за мной следит. Ладно, просто посмотрите на это, ты видишь? Да, так запаковано. Я открываю это. Господи, ты готова? Да, давай. Просто посмотри, здесь реально камера видеонаблюдения, она к чему-то подключена. Там какая-то плата. То есть кто-то прямо сейчас за нами наблюдает с помощью этой камеры. Да, за нами кто-то следит. Черт, просто глянь на нее, ты видишь это? Да. Это реальная камера видеонаблюдения. О, господи, давай просто свалим с этого дома. Да, давай быстрее. Быстрее выйдем на улицу, за нами кто-то шпионит прямо сейчас. Скорее, Настя, выйдем через гараж и увидим, что главный вход в дом тоже кто-то снимает со скрытой камеры. Зачем кому-то следить за тобой? Я не знаю, эта камера еще так странно была направлена именно на вход в дом. То есть кто-то следит за тем, или кто-то входит или выходит из дома. Зачем это кому? Я без понятия, весь дом может быть напичкан этими камерами и прослушками. Кто-то точно за мной следит. Что там? Не знаю, какая-то СМС. Датчик движения сработал в той спальне, где была вся мебель в пленке. Что это значит? У меня там стоит скрытая камера, я могу посмотреть, что там происходит. Да, давай. Ну что там? Пока что ничего не вижу, здесь ничего нету. О, черт, Настя! Из той комнаты, где вроде бы прорвало бойлер, вылезла какая-то женщина. Что просто если? Посмотри! Она вся в белом платье, что за бред? Она живет прямо в моем доме вместе со мной. Посмотрите на нее, она такая странная. Она в белом платье с черными волосами, как та девушка из фильма «Звонок». Просто жизнь, она все это время жила вместе со мной. Но куда она идет, почему она вообще вылезла? Черт, да что если это была ее камера, и мы ее сломали? То есть это она за мной наблюдала, Supreme Panda, это просто жесть! Она спускается на низ, идет именно к той камере! Но что она делает в твоем доме? Не знаю, скорее всего, она уже здесь жила, когда я только сюда заехал. Просто посмотрите, какая она жуткая! Она еще так странно ходит, как будто у нее что-то не так с ногами. Что она делает? Она уже нанизу в гостиной. Она реально идет к елке, где была эта камера. Я просто в шоке. Она все это время за мной наблюдала. Я не понимаю, как я вообще не мог ее ни разу заметить. Я уже дня три живу в этом доме. И она уже около елки. Настя, просто жесть. Это 100% ее камера. Она ищет ее. Я же вам всем говорил, что я здесь не один. С этим домом реально что-то не так. О, господи, она заметила, что камеры нету на месте. Это просто жесть. Надеюсь, что она меня не убьет. О, господи, я в таком шоке. Она очень странно двигается. Похоже, что она увидела, где лежит ее камера. Она подходит к ней. Это просто какая-то жесть, Supreme Panda. Теперь мы знаем, что эта камера 100% ее. Но я надеюсь, что это всего лишь единственная камера. Больше их нету. Она следила за тем, выхожу ли я с дома, чтобы выйти из той каморки. Мы должны ее выгнать, Настя. Либо поймать и позвонить в полицию. Быстрее идем. Да, давай. Скорее, Настя, пока она не знает, что мы дома, мы сможем ее поймать. О, черт, она меня услышала, она куда-то бежит. Скорее всего, бежит к выходу. Быстрее, мы сможем ее перехватить. Это просто какая-то жесть, Панда, где она? Я не вижу ее, она уже на втором этаже. Быстрее, за ней, она куда-то поднимается. Она где-то здесь, не могла она далеко убежать. Быстрее. Да, давай найдем ее. Я не вижу ее, возможно, она в моей спальне. Быстрее, давай посмотрим. Да, я просто в шоке от всего этого. Эй, где ты, выходи. Эй. Может, вы здесь? Да, здесь тоже нет. Я не понимаю, куда она могла деться. Возможно, она убежала в свою комнату. Нет, я видел по камерам, что она побежала куда-то в эту сторону. Но куда именно, я не знаю. Посмотри, прачечная открыта. Мы же туда не заходили. Она там? Не знаю, надо проверить. Эй, кто здесь? Мы знаем, что ты здесь, девушка, выходите. О, черт, это просто жизнь. Она по-любому где-то здесь. Эй, девушка, вы здесь? Нету ее, я не понимаю, где она? Куда она могла деться? Скорее всего, она за углом. Девушка, мы знаем, что вы где-то здесь, выходите. Ой, чё, здесь никого нету, здесь пусто, что за бред? Куда она могла деться? Она просто как будто испарилась. Посмотри, окно открыто. Ты думаешь, она выбежала через него? Возможно. Здесь второй этаж. Ой, чёрт, Панда, просто посмотрите, здесь какие-то следы. Но я никого не вижу. Что за бред? Куда она делась? Она реально могла сбежать из окна. Я просто в шоке от этого. Ты говорил, что живешь здесь уже пару дней. Да. Возможно, ты можешь посмотреть по камерам, выходила ли она в другие дни, когда ты был здесь. Я помню, как только я заехал, когда нарядил елку, я лег спать. И тогда я проснулся от какого-то шума. Это уже был первый момент, когда я подумал, что что-то здесь не так. Итак, 25 ноября, 18:13. В это время я уже сплю. Ты так рано лег спать? Я тогда очень устал из-за переезда и сразу вырубился. И посмотри, вот она! Она узнала как-то, что я сплю и спустилась на низ. Это первый день, как я сюда заехал.
приехал! Я просто в шоке, Банда, она подходит ко мне! Что она делает? Не знаю, пока что она просто стоит и смотрит на меня! Это жесть, Банда, она очень страшно выглядит! Просто посмотрите на ее белое платье, черные длинные волосы, она как бы вообще никогда не стриглась! Что она делает? Она берет подушку, Настя! Что она собирается с ней делать? Неужели она хотела меня задушить? Просто посмотрите на это, Банда, вы видите? Я в шоке! Она реально хотела меня убить, но почему она этого не сделала? Это такая жесть, Supreme Банда, я не могу поверить своим глазам, она почему-то передумала. Она в первый день хотела меня задушить, но почему-то остановилась. Что вообще произошло? Она все еще возле тебя? Нет, она уже пошла на кухню. Она пошла к продуктам, которые я ел в тот день, там всего лишь были фрукты. О, черт, что она собирается с ними делать? Просто жесть, Банда, я не верю своим глазам, что вообще происходит. Она взяла мандарины. Одна мандарина упала. Я услышал это и проснулся. Об этом я и говорил. Я услышал какой-то странный шум и проснулся из-за этого. Но я даже не думал, что это будет какая-то девушка, которая жила уже в этом доме. Это так странно, что я ее не увидел и практически не видно за тем столом. Я еще подошел к ней так близко. Я просто в шоке, Банда. В тот день я подумал, что скорее всего просто за окном что-то упало, либо же пробежали какие-то коты. Но я никого не увидел. И просто вернулся обратно и лег спать. Я вообще ее не заметил. Это полная жесть, Supreme Банда. И вот я пришел обратно и сразу вырубился. Я был очень уставший. Она в это время сразу же встала. О, господи, Банда, я просто не верю своим глазам. Она дождалась, когда я снова лягу спать и просто вылезла из-под стола. Что она собирается дальше делать? Надеюсь, что будет все нормально. Она просто забирает то, что ел тот день, там были фрукты. Это жесть, Банда. Получается, она не убила меня из-за того, что там были продукты. То есть она сразу тогда поняла, что я буду каждый день привозить еду, которая нас может у меня воровать, пока меня не будет дома, или же я буду спать. Просто посмотрите, она украла мои фрукты и ушла к себе. Быстрее, я хочу увидеть, что внутри этой чертовой комнаты. Она точно уже убежала. Я надеюсь. Посмотри, дверь открыта. Ты точно хочешь туда войти? Да, мы должны узнать, что там. Это просто жесть, Банда. Посмотрите, как это жутко. О, черт. Эй, здесь кто-нибудь есть? Там еще одна большая комната. Это похоже на гардеробную. Эй, кто здесь? Выходи, мы знаем, что ты где-то здесь. Вроде бы никого нету. Здесь нету никакого бойлера. Меня обманули. Эй, кто здесь? Просто жесть, Supreme Банда, что здесь вообще происходит? Посмотрите, что это? Здесь в мониторе еда, ты видишь? Она наблюдала за тобой. Наверное, скорее всего, через этот монитор она смотрела на меня. То есть та камера, которая была в гостиной, через Wi-Fi передавала все, что видела на этот монитор. И посмотрите, здесь какие-то кости. Это же то мясо, которое я ел вчера. Она украла мою еду вчера ночью, когда я сбежал. Это просто жесть, Настя. Я в таком шоке от всего этого, Supreme Банда. Теперь ты можешь ночевать в этом доме. Думаешь, что если она вернется? Нет, я думаю, она не вернется. Мы так ее напугали. Теперь-то мы знаем, что она жила здесь. Давай пойдем уже спать. Я очень устала. Да, давай, уже очень поздно. Настя, это ты? Сколько время? 3:00 ночи. Настя, это ты? Пожалуйста, перестань меня разыгрывать. Настя! Откуда этот звук? Отсюда? Настя, это ты? Пожалуйста, перестань это делать. Что произошло? Ее здесь нету. Откуда этот звук, Банда? Настя? Где ты? Вот это ее спальня. Настя, пожалуйста, перестань это делать. Мне не смешно. Что здесь? Произошло. Где она? Настя? Черт, Банда, просто какая-то жесть творится. Настя, где ты? Ты здесь? Настя? Ты здесь? Я слышу мычание с этой комнаты. Настя? Это ты? Эй, где ты? Выходи, это не смешно, пожалуйста, перестань. В шкафу? Здесь вроде. Настя, перестань, это не смешно, я не могу открыть. О, черт, ты здесь? Что это такое? Здесь бойлер или что? Настя, Настя, перестань, это не смешно. Я же знаю, что ты здесь. Настя, с тобой все в порядке, что с тобой? Что с тобой?